Поставили на крыло. Сибирские ученые получили грант на разработку нового метода сварки. Это изобретение, возможно, совершит переворот в самолетостроении. Экономия на эксплуатации лайнеров составит десятки миллионов долларов. Сергей Толмачев о том, как редкоземельный металл изменяет небесные технологии. Давай сейчас, Саш, по новой попробуем. Давай загрузим. Десятки проб, сотни часов работы, две полосы алюминия, один сварной шов. По металлу проходит лазер. Ну, то есть, вот как бы образец сварного состояния. То есть, это просто на пластинке мы режим подбираем, сначала вот тренировочный образец, просто на пластинке. Сибирские ученые разрабатывают принципиально новый метод. В сварной шов добавляют редкоземельный элемент – скандий. Металл по свойствам схожий с алюминием, из которого делают большинство летательных аппаратов. Поэтому и область применения такой сварки понятна. Это небесные технологии. Сегодня во всем мире самолеты клепают, то есть две детали соединяются с помощью вот такой заклепки. Грубо говоря, это выглядит вот так. Скорость такой работы 20 сантиметров в минуту. Скорость сварки около 6 метров за тот же промежуток времени. Это значит убрать лишний процесс из авиапроизводства, то есть удешевить его. Кроме того, сами заклепки имеют вес, это металл. При использовании сварки самолет станет легче на целую тонну, а это уже другая экономика. Современный Airbus или Boeing, он эксплуатируется 25 лет. Если он будет постоянно летать между Лондоном и Нью-Йорком, то можно сэкономить за счет этой тонны металла, можно сэкономить порядка 10 миллионов долларов на топливе, ведь топливо сейчас дорогое. Скандий тоже дорогой материал. Одна такая коробочка стоит около 1000 долларов, но и нужно его совсем немного. Главная цель разработчиков нового метода – на практике добиться оптимального сочетания и придумать, как именно внести этот элемент в сварочный процесс. Просто насыпать вместо соединения как соль не получится, сдует при сварке. Поэтому сейчас и ломают головы над технологиями и пропорциями. Оптимальное соотношение скандия – 0,2% к основному материалу, но если его будет чуть больше, то шов становится хрупким. Его можно сломать руками. Попробую. Сломался. Сегодня ученые получили президентский грант на 2 года. Эти деньги позволят провести сотни экспериментов с лазерным лучом и редкоземельным элементом. Если все получится, самолеты станут гораздо легче и дешевле. Сергей Толмачев, Александр Ведерников, новости ОТС.